В детской школе искусств номер 3 прошел выпускной вечер. В этом году документы об окончании обучения получили 54 ребенка. Это меньше, чем в юбилейном прошлом, но, по словам директора школы Павла Гришина, в ДШИ номер 3 акцент делают на качестве образования, а не на количестве учеников. Это просто замечательный выпуск, в котором, конечно, выпустились такие ребята. В принципе, очень жалко, что они выпустились, но я надеюсь, они, в принципе, на 8-й год останутся. Вот, надеюсь, многие поступят в музыкальное училище, училище культуры. Вот, ждем их, их детей ждем здесь, когда они уже подрастут. Кстати, многие ученики собираются продолжать обучение. Например, Наталья Бойко. Она и дальше хочет заниматься вокалом. Тем более, что о преподавателях остались только положительные воспоминания. Моя учительница, конечно же, запомнилась. Дроздова Римма Валерьевна. И то, что у нас каждый день был насыщен, у нас каждый день было веселье. Нас учителя и ругали, и с нами же в тот же момент смеялись. Выпускной вечер в этой школе – вечер особый, когда и преподаватели, и дети могут немного пошутить над собой, вспомнить все хорошее и веселое, что было за годы учебы. Капустник, можно сказать, визит карточка ДШИ номер 3. Много зимы, много лет, прожили мы вместе, научились.